Если мамы нету дома, значит, можно делать все. Можно встать на табуретку и открыть тотчас окно. Вот и телефон мой новый зарядился без труда. А зарядка пусть останется в розетке, чтоб не делась никуда. На столе иголки и нитки. Я машинку запущу и нажму педальку тихо, что-нибудь и прострочу. Можно спички взять без спроса и попробовать разжечь. Можно миксером включенным мне немножко пошуметь. Пока мамы нету дома, ванну наберу тот час. Буду я один плескаться, без присмотра, просто класс. А еще утюг в розетку я возьму и подключу. И поглажу я одежду, быть помощником хочу. Вот что мы сказать хотели этим фильмом вам, друзья. Без присмотра наших деток оставлять одних нельзя.